Государственный музей Востока, который в этом году отмечает свое столетие, давно и успешно собирает, изучает, показывает творчество прекрасной Армении, самых разных мастеров армянского искусства и, конечно же, живописцев. И вот сейчас мы находимся в залах великолепной армянской художницы Мариам Асламазян. Мариам и Ернуи Асламазян, ее сестра-художница, были очень сильно известны в советские годы в художественной Москве, в Армении, да и во всем мире, потому что жизнь их и жизнь Мариам, о которой мы сейчас говорим, наполнена самыми яркими событиями. Если посмотреть книгу ее воспоминаний, ей жмет руку Индира Ганди. Если говорить о жизни художественной Москвы прошлых лет, уже достаточно далеких, то был ряд выставок сестер Асламазян. 20 лет назад была последняя выставка персональная как раз Мариам Асламазян. Мне, как человеку, работающему в музее уже почти полвека, очень отрадно вспоминать, что я была знакома с этими замечательными женщинами, что я бывала в гостях в их мастерских, что я сейчас знаю прекрасную Гайнени Кагасян, которая и есть куратор этой выставки. И благодаря ее невероятным усилиям, благодаря тому, что Музей Востока радостно принял предложение о создании этой выставки, вы можете прийти сюда, в эти залы, и несмотря на то, что в Москве сейчас очень жарко, здесь вам будет еще жарче. Настолько пышут буквально красотой, яркостью цвета, жаром любви каждая работа, к которой вы будете подходить. Здесь очень много портретов, много изображений цветов, так любимых Мариам. И совсем недавно ушел из жизни близкий очень их родственник Никуни Кагасян. Николай Кагасян, великий советский скульптор, который прожил почти 100 лет. Кстати, Мариам ушла из жизни в 2006 году, а родилась в 1907. Она сама прожила почти век. И мне просто хочется сказать, что нужно радоваться, что есть такие люди, такие творцы, которые до последней минуты пишут, творят, делают великолепные скульптурные изображения. Кстати, Мариам еще была и прекрасным керамистом, и здесь на этой выставке можно увидеть великолепные ее керамические изделия. А у нас внизу в нашем киоске купит прекрасный каталог, посвященный этой выставке, и книгу ее небольшую, но очень емкую, ее воспоминаний. Конечно, она много там говорит о Сарьяне, о других своих учителях. И я еще раз говорю, приходите, посмотрите. Выставка будет открыта до 18 сентября. И вы унесете с собой частицу прекрасной Армении. Татьяна Митакса, первый заместитель директора Государственного музея Востока. Спасибо.